чё? И чё тебе с ним? Привет! Ростик, ну, давай, доставай! Иди, не ленись, малыш. Прыгай. Посередине, главное. Не так, не сяк. Кого там увидим? Ну. Посерединке. А она не плывет, ни туда, ни туда. Но не хочет. Сейчас все выключим, как плюхнется. Она, видишь, не плывет ни туда, ни туда. Доставай, доставай. Под попу тебя подтолкнуть туда. Ага. Вот так и хочется. Ой, ну мать, никак. Швабра туда раз воткнули. Никак не получается, да, Ростик? Ну и мы помочь не можем ничем. Ну, хоть одолжение сделал, обратил внимание на игрушку. Да не говори. Ходит и ходит и ходит. Она, главное, никуда не подплывает. А вот эти игрушки не трогает, не скидывает. Ну да. Мешает он куда идти? Ну. Ну, главное, смотри, то хоть ветерком как-то это, или водичкой. И мечом не хочет играться. Мечом не играет. Хотя бы вот мяч вот так вот. Да. А это Слава сейчас мимо проходила, лапы. Он говорит, ему бы как ведро белое дали. Угу. Он бы ей показал, ему бы показал. Да, да, или канистра была бы. Понимаешь, ему вот это неинтересно. А потому что нет у него таких игрушек. Смотри. Ну да. Ручка, канистра. Эту решила, и не понравилось на другую. Все. Пошел ко льду. Концерт окончен. Надо же, как он приступил. Дождемся. Будет он.